Традиция жениться в день трех повторяющихся цифр сложилась еще в 2007 году. Каждый год именно эти дни становятся самыми массовыми на бракосочетания. В день шести единиц узаконить свои отношения решили 6 пар в Нижней Салде и 11 в Верхней. Ну, я думаю, все-таки, наверное, надеются люди, что им помогут цифры. Но вот чисто мое мнение, что, безусловно, цифры играют определенную роль в каких-то наших событиях, в нашей жизни. Но всегда перед человеком есть выбор поступить именно так или иначе в этих событиях. И иногда достаточно применить совершенно немного усилий, понимания, любви, чтобы создать гармоничный брак, а не надеяться на какие-то цифры. Сергей и Дарья Леонтьевы шли к этому событию несколько месяцев. Подав заявление, даже не предполагали, что попадут под магию чисел. Пришли, подали заявление, сказали, вот можно на 11 число, как бы, ну и хорошо. Только уже потом, когда к дому подходил, уже понял, что да, 11. Никогда особого значения не придавал, но хотя все может быть. Нумерологи считают, если в дате свадьбы присутствует цифра 1, то она будет только способствовать карьерному росту супругов, осуществлению общих целей. Люди, оказавшиеся под влиянием числа 11, могут обладать ясновидением, развитой интуицией, и в любви им уж точно повезет. За 5 лет существования традиции узаконили свои отношения 30 салдинских пар. Тем, кто не успел этого сделать, осталось последнее – 12 декабря 2012 года.